Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и в этом видео я расскажу свои топ-10 продуктов из каталога номер 3 компании Oriflame. Для чего я всегда рекомендую выбрать несколько ключевых продуктов? Все очень просто, чтобы вы легко и просто могли найти контакт с клиентом и подсказать ему, на что обратить внимание в каталоге. Просто если поставить себе задачу выучить весь каталог, это возможно, но возможно ли за 2-3 минутки, а может быть и меньше, зацепить человека чем-то, да, то есть произвести впечатление и зацепить человека, чтобы он захотел посмотреть каталог и оставить его у себя или сразу сделать заказ. Поэтому я делаю маленькие закладки, здесь у меня их 10, но я не в каждом каталоге делаю 10 закладок, в каком-то 3, в каком-то 4, где-то одну просто быстренько прилеплю. Главное, чтобы была какая-то зацепочка, такой маленький хвостик, за который хочется потянуть и посмотреть, а почему именно здесь стоит закладка, да, вот тут, почему именно здесь или здесь или здесь. Много тоже не нужно, во-первых, это очень кропотливо, если, например, у вас 10-20 каталогов и все их пролепить закладками, это, конечно, долго, а 2-3-4 вполне можно сделать. Итак, что же я себе наметила, о чем я буду говорить с клиентами, на что обращать внимание. У меня, кстати, так часто бывает, что люди меня спрашивают: ну ты мне прям вот скажи быстренько, что, на что обратить внимание. Ну вот быстренько я говорю: на набор для рук, это 3 крема в красивой праздничной упаковке с чудесными ароматами, и то, что здорово, в этом каталоге можно продегустировать, то есть потереть вот эти специальные места, и 2 крема чудесно пахнут. Я себе такой набор возьму обязательно, потому что восхищена и дизайном, и ароматами, которые подобрали. Такое весеннее праздничное настроение создается буквально с первого взгляда. Следующая страничка, которую я отметила, ой, подождите секунду, обращаю внимание, что здесь 3 крема, и они по 30 миллилитров. Представляете, как удобно с собой взять маленький такой волшебный крем. И я всегда думаю о людях, как привлечь их внимание, и доставая такой крем, вы можете тоже привлечь внимание, человек скажет: а чем это ты мажешь руки, а что это у вас такое красивое. Так, дальше я отметила страничку с помадами Giordani Gold, это новинка, все 10 оттенков я пробовала, есть видео на канале, вы можете посмотреть более внимательно и детально, как это выглядит на губах. По ощущениям могу сказать, что бесподобно. Бывают помады, которые непонятны, бывают помады, которые сразу не нравятся, а бывают помады, которые влюбляют с первого взгляда. Это именно та самая помада, такое приятное нанесение, она вот просто как шелк ложится на губы, при этом не стягивает губы, то есть создается ощущение увлажненности, легкости, невесомость стопроцентная. Здесь еще есть рекомендация, что да, дает увлажненность, не сушит, губы выглядят моложе. Это чудесно. У меня создалось впечатление, что губы как будто бы стали объемнее с этой помадой. Обязательно посмотрите видео и выберите оттенки, которые вам наиболее нравятся, потому что здесь проходит акция: при покупке 2 помад, 2 любых оттенков, вы получаете дополнительную скидку. Ну, это может быть не только помада, может быть, вы возьмете одну помаду и одну тушь, или одну помаду, одно тональное средство. То есть со страницы с 13 по 19 любые 2 продукта дают дополнительную скидку, тоже за этим нужно следить. Помада в красивой упаковке золотистой, я вот поставила, это помада из других коллекций, просто показываю, насколько это красиво, увесисто, так хорошо в руках лежит, и колпачки не обтираются, то есть помада в косметичке, в сумочке может лежать, при этом она сохранит вот этот глянец и новизну, то что очень тоже важно. Следующая страничка — тушь для ресниц, тоже отметила эти странички, потому что тушь одна из самых популярных среди моих клиентов, обычно заказывают, когда по акции, то сразу по 2 штуки, она великолепная. И отметила страничку
тоже Giordani, это тональная основа, антивозрастная, при покупке двух цена всего 499 рублей. Чудесный тон, очень хорошо лежит на лице, омолаживает кожу, содержит светоотражающие частички и специальные компоненты, которые подстраиваются под тон кожи. И даже если вы возьмете оттенок не совсем идеально подходящий, он все равно подстроится под кожу и будет лежать классно. Обожаю этот тон, он еще и с дозатором, потому что это тоже огромный плюс. Отметила страничку 27, тушь с эффектом накладных ресниц. Я не могу ее не отметить, потому что, например, мне лично тушь Giordani Gold не подходит никакая, хотя очень люблю всю серию Giordani Gold. Зато гипнотик с эффектом накладных ресниц идеально для меня и для большинства моих клиентов. У нее удивительно удобная щеточка, которая прекрасно поднимает ресницы, придает им объем и длину, и при этом классное разделение. Я люблю, когда реснички такие идеальные, тоненькие, длинненькие, более выглядят естественными. Я не люблю, когда много-много туши, что выглядит как-то перегружено. Тушь суперская, всего 199 рублей. Два оттенка, черный и глубокий синий. Синий настолько глубокий, то что его порой даже непонятно, что это синие реснички, только при попадании света, на дневном свете хорошо видно, что они синие, но этот цвет не яркий, то есть он не сделает ресницы светлыми, то есть они будут тоже такие же темные, как от черной туши, но не такие, может быть, выразительные. Я, кстати, себе брала как раз вот синюю. Так, здесь у меня секретная закладочка во вставке. В каталоге есть вставка Novage. И я сразу себе отметила новинку. Это очищающее масло для умывания. Масло питательное. Его нужно нанести на кожу, предварительно не смачивая. То есть нанести хорошо. Потом влажными пальчиками, то есть брать водичку пальчиками и массировать до тех пор, пока масло не превратится в пенку, то есть оно станет таким беленьким. Потом его смыть, и по желанию, по ощущениям, можно еще умыться стандартным очищающим средством, это гель-тоник, тоже от Novage. Я себе обязательно возьму, я люблю все, что связано с Novage, и пробую всегда, и всегда результат меня радует. Следующая страница. Конечно, я не могла пропустить это предложение. Это капсулы из серии Королевский бархат. Маслица в фиолетовых рыбках. Я вам его сейчас покажу. Вот такая баночка. Приходит в красивой коробке. Тут изофлавона черного ириса входит в состав, который обладает омолаживающим средством. Укрепляет кожу, делает ее более упругой и так далее. Маслица. Сейчас достану рыбку. Вот такие рыбки маленькие, мы их называем рыбками. Нужно просто оторвать хвостик, то есть я надавливаю, чтобы маслице перешло в основную. Отрываю хвостик и маслице аккуратненько выдавливаю, или сразу на лицо, или можно на пальчики понемножку, и распределяю по всей коже лица и шеи, декольте. Хватает, кстати, одной капсулы на все лицо. На ночь это делается, всегда масла лучше делать на ночь. И утром кожа, конечно, выглядит такой свежей, розовенькой, приятной. Я капсулы частенько беру, но не могу сказать, что они у меня прям вот всегда есть, но мне очень еще нравятся капсулы серии Novage. Но я обычно еще смотрю, чтобы цена была приятная. В этом каталоге всего 999 рублей. Если у вас есть скидка 20%, то это получается всего 800 рублей за баночку чудесных капсул. Их 28 штук, то есть как раз на курс на месяц хватит. И к 8 марта это будет чудеснейшим подарком любой женщине, абсолютно любой, после 30 лет побаловать свою кожу, подготовить ее к лету, потому что сейчас идет смена сезона, из зимы мы переходим в весну. Обычно этот переход очень жесткий и стресс, это стресс для кожи. Как-то из весны в лето мы уже легко, а вот из
осень в зиму и из зимы в весну как-то кожа всегда реагирует очень сильно. Сейчас будет много яркого солнца, еще непонятная погода, в квартире еще жарко, на улице еще обычно сырые ветра, поэтому капсулы чудесным образом помогут поддержать кожу в шикарном состоянии. Следующая страничка посвящается маленьким нашим принцессам. Я думаю, что к 8 марта сейчас многие ищут подарки для маленьких девочек, потому что хочется их тоже побаловать. Они хоть и маленькие, но уже женщины. И на этой страничке нас ждет потрясающий вкусный, очень вкусный аромат русалочка и мыло в форме рыбки, желтенькое мыло. И то, и другое я дегустировала. У нас, кстати, есть на канале видео, где-то был обзор новинок, как раз я просто нюхала эту вкуснятину и говорила, я хочу себе такой аромат, очень вкусно пахнет, я думаю, девочкам понравится. И тоже идет спецпредложение: при покупке двух продуктов цена снижается. И здесь у нас странички и предыдущая тоже входит. Здесь у нас Мини Маус, тоже очень вкусный бальзамчик для губ, я его тоже себе всегда заказываю, и шампунь для волос и тела. Следующая страничка — это новинка, не могу сказать, что это новинка совсем целиком и полностью, серию Мед и молоко мы все хорошо знаем, и шампунь, кондиционер и маска здесь обновленные по дизайну. Дизайн, конечно, восхитительный. Я вам показываю то, что было до. Было такие вот угловатые какие-то прямоугольные флакончики. Мне очень нравится цветовая палитра, то что это белое как молоко и золото, такое сочетание благородное. По качеству шампунь и бальзам, кондиционер очень достойные, но не всем подойдут. Рекомендуется для обладательниц волос, которые склонны к сухости, ломкости, может быть, это окрашенные волосы после завивки. То есть эти продукты будут хорошо напитывать волосы. А если они у вас, например, жирные или склонные к жирности, то может быть, будет не очень комфортно. По концентрации шампунь концентрированный, его не надо много, потому что когда много продукта на волосах, его трудно вымывать, а если не вымыть до конца, то будет ощущение, что волосы какие-то жирные, непромытые, несмотря на то, что они сухие. Поэтому маленькое количество шампуня взбиваем в ладошках, потом переносим на мокрые волосы, вспениваем и смываем тщательно, потом наносим кондиционер. Конечно, новый дизайн мне нравится намного больше, такие приятные обтекаемые формы бутылочки очень симпатичные, и мне нравится то, что они одинаковые, то есть если в этом случае одна перевернутая, другая так, то есть я все время путалась, какая из них какая, как поставить, не всегда удобно, то здесь это будет хорошей формы бутылочки. И обратите внимание, шапочка для ухода за волосами, то есть та же самая, которую нужно одевать на маску, чтобы маска была эффективнее. Кстати, шапочка очень симпатичная. Есть обзор на канале, где сумочки, аксессуары, в одном видео точно она есть, где сумочки, посмотрите, она просто огонь, эта шапочка. И у нас осталась 10-я закладка, и я ее подарила последней страничке. Здесь у нас новая коллекция по уходу за телом, гель для душа, сейчас точно посмотрю, крем для душа, весенний букет, мыло, который приходит в красивой коробочке, и крем для рук, весенний букет. Также страничку можно потереть, если у вас есть живой каталог, и понюхать, как это вкусно пахнет. Но здесь даже просто достаточно посмотреть на дизайн, он такой весенний, такой располагающий прям к празднику, к обновлению. Конечно, серия огонь, очень здорово поработали дизайнеры. Вот так, 10 закладочек, 10 страничек. Обратите внимание, что я показала разные продукты по ценовой категории, разные серии использовала, то есть мы взяли для рук и тела некоторые продукты, декоративную косметику, то есть я не беру парфюмерию, потому что парфюмы это настолько индивидуально, то что
и тем более у нас такой большой ассортимент, нужно подбирать каждому. Я не могу сказать, что каждому сказать, вот этот аромат новый, он действительно крутой, я его бы с удовольствием отметила закладочкой, я даже сама бы рада была такому аромату. Он очень классный, называется Amber Elixir Mystery. Amber Elixir Mystery, очень красивое название, красивый букет аромата, необыкновенный. И еще и в подарок идет коробочка с кремами, которые я рекомендую. Круто, конечно, да, можно предлагать, тем более есть ароматизированная страничка, но лучше, да, вот делать такие предложения, которые выстрелят 100%. Например, капсулы, это у нас для лица продукты, масло для очищения кожи, это, мне кажется, сейчас будет такое бомбическое предложение для тех девушек, женщин, которые тщательно следят за своей кожей и предпочитают домашний уход, нежели поход к салону красоты, то это однозначно для них, для нас, для таких, как я, потому что я сама это очень люблю. Надеюсь, мои рекомендации вам полезны, вы их применяете. Хочу вас попросить, пишите в комментариях, пожалуйста, обратную связь, какие у вас результаты получились. Может быть, что-то недопонимаете или делаете, но не так, тоже делитесь. Я в комментариях всегда отвечаю и даю вам подсказки, как сделать правильно, ну или как минимум похвалю за то, что делаете, потому что это здорово, когда вы не ждете, что само придет, а идете навстречу новым возможностям. Я вам желаю успешного, классного каталога, тем более он такой праздничный, тут и 8 марта, 23 февраля, да, и мужчин, и женщин балуем. Успехов вам, всего самого доброго, любви, счастья, и будьте здоровы. До новых встреч, пока-пока.